Всем привет, меня зовут Виктор, и это Shadow Tomb Raider. Хотел провести в режиме стрима, да что-то интернет подводит. Поэтому решил записать просто видос. Сегодня тут людно. Куколькан обещал нам процветание, но многие делают и свои подношения. Ну, хорошо. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи пойдите. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему Арашири. Отлично. Да. По запаху осторожно. Смерти. Там могут быть сектанты. Сектанты. Чудесно. Найдите серебряный ларец Иш. Какой-то. Рост населения и отсутствие городского планирования создали множество проблем. Земледельцы вырубали джунгли, чтобы засеивать плодородные земли по берегам рек. Это привело к страшному потопу после первых же сильных дождей. Охотники истребили всю дичь в окрестностях, и теперь за ней приходилось уходить все дальше. Несколько групп, каждая из которых мечтала взять власть в поселении в свои руки, яростно спорили о том, как решить эти проблемы. Отлично. Так, а сколько чего я теперь могу носить-то? Что, намного у меня увеличился-то рюкзак мой? Я так-то купил там. По запаху. Надо как-то по запаху понять. То есть ходить. Отлично. Чё? А чё отличного-то? Вот я вообще ни хера тут отличного не вижу. Чё, прыгать опять, да? О, точно. Ну тогда отлично, да, базара нет. Всё. И что? Ну ладно, хоть спрыгнула, и то радует, блин. Бросьте ледоруб. Через пропасть. Что значит хороший нож, да? Хороший нож. На Е. Пойти стал для меня полнейшей неожиданностью.
Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Лара, а чё, кроме тебя некому, что ли, останавливать? Почему именно ты-то должна остановить? Сюда. Сюда? Тогда стопы. Я там что, зря пещерку освобождал, что ли? Стопы, стопы, стопулечки. Так, а ты мне скажи, вот здесь я... Это что такое? А, это... Типа... Ну, блин. Да похеру я, чё. Я ж тут, наверное, смогу запрыгнуть, да? Где-то же не ифрит валяется. Ну, то... Ну, да. Смог. Кажется, здесь изображена Унрату, возглавляющая группу мятежников, на фоне почти полного солнечного затмения. Окей. Фу. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. А как они там вообще их, скелетосов-то этих, здесь размещают? Мне вот интересно. Откуда-то там сверху есть, да, спуск получается? Спокойно, Лара, без нервов. Хуя себе, без нервов. А дальше-то куда? Так. А. Сука, я до этого нажимал, она не хотела. О. Фу, блядь. Как они туда этих трупаков? Как они туда этих трупаков-то спускают? Сбрасывают просто, что ли, или что? А зачем ты лук достала-то? Лара, лук-то нахера нам? Не прикольно. Блин, тут не видно. Слушай, из-за твоей жирной жопы вообще не видно. А чё, всё, что ли? То есть я по верёвке не могу ниже спуститься? А куда мне надо-то? Вон туда? Кто-то там еще матерится. Отлично, прям. Просто супер. Супер-бупер. Мазафакер. Я просто понять не могу, мне куда, вон туда надо? Или, блин...
Лезь, ёптать. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Кукушечка. Чё нет-то, когда да? Пожди, что-то я это... Того? Не понимаю. Что же тогда надо? Или куда туда надо прыгать? Или куда прыгать-то надо? Не, ну я же от того... Или подожди, я откуда? А, нет, а откуда... Так, стопэ, давай поймем, откуда мы прыгали. И чё? Ну я отсюда прыгал. Забрался наверх, да? Туда, да? Всё-таки туда. Что-то как-то не алло. Не алло. Да в рот тебе компот. Лара, что ж ты, блядь? Не, ну он показывает, что... И чё? Тут нет. Тут тоже нет. Ну, значит, туда надо прыгать. А чтобы прыгать туда... Я маленько не... Блин. Маленько не понимаю принципа. Почему вот... Как... То... То, блин, допрыгивает когда-то, то не допрыгивает. Ну-ка. Или, может, мы вот сюда еще не пробовали?
Сюда еще не пробовали. Непонятно. 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 Но она вообще там не цепляется. Она вообще там не цепляется. Не цепляется. Она просто вот как мешок говна там, блядь, висит. Тут вот если она цеплялась, если она цеплялась, то там-то она вообще даже не могёт зацепиться. Так, стой, может. Так, это что произошло? А, ну это я отсюда пришел, блин, получается, да? Или нет? Откуда я пришел-то? Ну мне надо наверх. А мне надо наверх там, да? Вот. Ну да, я отсюда пришел. Смысла туда прыгать нету. Карабкайся, ёптать. Куклюкс клан, блядь. Стой, да развернись ты. Слушай, ты мне надоела в своих вот этих вот. Не, ну судя по всему, это она вон туда должна запрыгнуть. Так, скажи, а почему ты не мог... Так, не спеши. Я сколько попыток... ну я предпринимал... Прыгал вроде только, да? А эту херню не кидал. Если долго мучиться, блядь.
Я просто иногда не понимаю. Она вроде делаешь действие, которое должно быть сделано логически. Но все происходит потом наоборот. То есть потом мучаешься, думаешь, что не так, что за херня-то, что за гемор. А потом оказывается все как ты начинал делать, то есть думал, так и должно быть. А стрельнуть что нельзя? Да вообще прям. Куда деваться? Выбора у меня нет. Где они столько жертв нашли? Они что, всех вообще приносят в жертву, что ли? Тут же должны крысы какие-то бегать, еще что-то должно быть. Так, мне его убить надо или что с ним сделать? И чё? Ну и что, что один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. О, каким голову-то аккуратно отрубили. Как куклам восковым прям. Вход мы нашли, сейчас просто это. Посмотрим, что здесь. Стащить можно. А, так ты тут один, что ли, трудишься? Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да. Сюда. Еще бы, да? Змей с серебряным глазом. Все усиливается.
Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучу тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. У Нурату законный вождь Пайки. После голода, во время которого город едва не вымер, секта Кукулькана отстранила ее семью от власти. Ее муж Сайри погиб, пытаясь добыть еду за пределами Пайтити. Амару, или доктор Домингес, брат Сайри, чувствовал свою вину и взял управление города в свои руки. Благодаря поддержке Тринити, ему удалось помочь людям Пайтити выжить. Амару спас город, но теперь, когда его нет, секта правит городом с помощью страха и жестокости. Унурату и мятежники, которые ее поддерживают, хотят освободить город от секты Кукулькана и вернуть трон законным правителям. Унурату с самого детства верит, что именно ее семья должна завершить обряд серебряного ларца Ишчель и возродить солнце. Выхода нет. Ну ладно. Надо сжечь преграду. Ну ладно, сожжем. Одинокий умиротворенный человек. Похоже, он чего-то ждет. Когда я преграду сожгу, да? Как-то сжечь эту преграду. Слишком сыро. Тут нужен катализатор. Катализатор? В этих урнах они замачивают внутренности. Ужас. Нужно как-то сжечь эту преграду. И что же может быть катализатором, интересно, блин? У меня с собой что, есть катализатор? Нужно как-то сжечь эту преграду. Так у меня нету никаких... А что может быть катализатором, интересно? Так, у меня что вообще есть? У меня есть... Не пойми, что. Не пойми, что у меня есть. Вот что у меня есть. Ну ты бы мне про катализатор что-нибудь подсказала. Я как должен сейчас догадаться, что такое катализатор и где его взять? Опять куда-то там на поверхность надо выбраться. Взять там что-то, да? Нужно как-то сжечь эту преграду. Ну огненная стрела не помогает. А тут как бы... А чё ты? Запрыгнуть не можешь, да? Охрененно.
Не, ну мне просто интересно, что может быть катализатором. То есть что-то разлить надо здесь, разбить, что сделать-то? Здесь ничего активного нету. Капец. Слушай, Лара, ну что катализатором-то может быть? Подскажи мне. Я что-то вообще не догоняю. Да. Опять загадка. Опять загадка. А, стой, подожди. Вот же что-то это. Веревка. Понятно, теперь ща катализатор будет. Вот так. Путь свободен, надо идти дальше. Хорошо, что быстро так все прогорело. Прям отлично, отлично бы я сказал, что все прям так быстро прогорело. Это что за... охеренно, охеренно красиво. Черт, потекло не туда. А куда должно было потечь? А. Ой. А куда потечь-то должно было? Сотни жертв, чтобы... Ну и чё? Ну-ну-ну, сейчас давай ещё пизданись. Давай. Ну а чё, нормально? Взяла и упала. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. А здесь тоже, да, катализатор надо?
Черт, потекло не туда. Почему? В смысле, не туда потекло? Тебя как-то повернуть надо или что? А? Так, ну ты вот... А, стой, подожди-ка, ну-ка. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Ну вот. А! Отпустись. Вот так вот, да? Вот так вот. Теперь подъемно. Так, и что мне надо? Чтобы она потекла туда, да? О, ну это она сама вращает, я. Вот. Стой, стой. Кобыла. Ты сколько будешь вращать-то? Или... Так, вот сюда, если... А здесь... Нет, мне должна... Она должна была... Не, ну тут вроде вот есть сюда спуск. Так, стоп, давай посмотрим. Она вот по вот этой потекет. Сюда, здесь... Нет, надо... Так, здесь все отлично, сюда, потом сюда, сюда стекает, здесь, здесь опять в какую-то запинду утекает. Стопы. Давай-ка попробуем, ладно, хрен с тобой, давай попробуем здесь. Посмотрим. Не туда, да? Не туда. Так, что еще надо? Да я ж отсюда вроде и стартовал.
Так, подожди, а может быть тут их надо порознь крутить? Да, может порознь надо крутить-то. Вот это сюда текет, сюда. Тут надо... А эту потом отдельно крутануть, да? Слушай, может быть действительно порознь. Это может быть сейчас. Но это нет. То есть надо еще тебя крутануть, да? Вот, смотри, вот-вот-вот. Вот канал этот идет. И вот он сюда идет. Так, теперь надо тебя... перерезать. Окей. И теперь надо нам крутануть. Вот эту, да, скорее всего. Ну, крути. Вот он сюда и сюда идет. Да, вот. Вот так. Вот так. Хорошо, теперь надо обрушить преграду. А теперь искать ларец. Интересно, интересно. Эцли. Вот этот мелкий бунтарь. Эцли! Вот она, хватай! Так, а чё мне, почему я убегаю-то? Почему я не могу их атаковать?
Что-то ты как-то это... Сохранилась-то не алё вообще. Капец. Здесь управление как сейчас беспонтовым стало вдруг. Два очка навыков, да, есть, а мне надо. Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара. Не подходи к ним близко. Они всегда ищут какого-нибудь мятежника и не знают жалости. Так, а где мне... Наверх, что ли, лезть надо? Где мне найти изгоев? Изгои, вы изгои? Ты изгой? Ну и молодежь пошла, честное слово. Дети скачут по горам, как настоящие козы. Это жутко меня пугает. Надеюсь, что ты из этого дикого возраста уже вышла. А... Унурату! Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель, ведь можно попасть из казарм. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь. Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости.
Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. А переодеться-то мне можно, нет? Я что-то не хочу в этой носиться херне. Так, игруха сохранилась. Ладно, на сегодня это все. За ларцом, за Эцли, за кем мы там пойдем в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч.